Спорт и профилактика заболеваний – гарантия бодрого самочувствия. «Газпромдобыча Надым» объявила о начале плановой вакцинации против гриппа, и подробнее об этом мы поговорим с гостем. В нашей интерактивной студии начальник медсанчасти предприятия Игорь Гирилишин. Игорь Ярославович, мне кажется, или это действительно так? В этом году прививочная кампания началась раньше. С чем это связано? Действительно, в этом году прививочная кампания началась немножко раньше, потому что экспертами ВОЗ прогнозируется более раннее начало эпидсезона, поэтому вакцинацию мы начали на 2 недели раньше. И согласно нашим планам и рекомендациям, планируем закончить вакцинацию до 1 ноября. Наверное, сейчас самое удачное время для прививки. Отличная погода, в домах отопление. Все это не способствует ОРЗ. Ну, думаю, что да, потому что фон и погодный, и отсутствие переохлаждения, они способствуют более стойкому состоянию иммунитета. Поэтому наиболее оптимальное время для сезонной вакцинации именно сейчас. А какую вакцину вы предлагаете работникам сегодня? За счет средств предприятия была приобретена вакцина «Инфлювак». Это вакцина разработана именно под эпидсезон этого года, производство Голландия, и она себя хорошо зарекомендовала, дает хорошие результаты. Скажите, а хватит ли ее на всех? Ведь на предприятии работает более 9 тысяч человек. Согласно плану прививок, у нас подлежит вакцинации 4,5 тысячи. Прививать всех необходимости нет, тем более насильная вакцинация она не предусматривается. Обязательной вакцинации подлежат только специальные контингенты. Это лица, работающие с людьми, это медицинские работники, работники детских садов, тренеры, преподаватели, водители, перевозящие в автобусах большое количество пассажиров. И, конечно, все желающие. Поэтому вполне достаточно создать провакцинированную прослойку в пределах 50% для того, чтобы избежать эпидемии в коллективе. Спасибо, Игорь Ярославович.